Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента на 108 единиц от фирмы RockForce. Немного о самой фирме RockForce. Бренд этот белорусский, но завод по изготовлению инструмента находится на острове Тайвань. Инструмент профессиональный, отличного качества, имеет пожизненную гарантию, гарантию на брак. В комплекте инструмента идет такая вот, идет гарантийный талон. Здесь указываются гарантийные случаи и также указывается место, где находится офис компании. То есть это инструмент Беларусь, город Минск. И главное, не путайте инструмент RockForce с Force. Это два разных бренда, два разных инструмента. Потому что очень много сейчас путаницы в интернете. RockForce, Force, Forsage. То есть Force это отдельный инструмент, RockForce это также отдельная фирма, и Forsage также отдельный бренд. Что много сейчас путаницы пошло. И теперь давайте перейдем к комплектации. Начнем с трещоток. В наборе два рабочих квадрата. 1,2 дюйма квадрат и 1,4. По трещоткам. Здесь трещотки силовые, с усиленным механизмом внутри. Фотографию вы можете посмотреть на сайте, есть фотография. Понравились трещотки нам, когда мы увидели, когда приехали к нам на RockForce. Очень туго проходят зубья и совершенно нет люфтов. То есть трещотка, мне кажется, и отзывы в интернете по трещоткам из набора RockForce очень хорошие и положительные. Имеет реверс, быстрый сброс, рукоятка здесь резина, пластик, желтый цвет это пластик и резиновые вставки зеленого цвета. RockForce есть надпись на рукоятке и RockForce также на металле и есть номер по каталогу. То есть по каталогу RockForce вы можете такую трещотку приобрести, если вдруг вы ее потеряли. Трещотка разборная, здесь без винтов, просто отжимаете скобу и вытягивается сам механизм. Длина трещотки 1,2 дюйма составляет 250 мм. Трещотки на 48 зубьев. Трещотка под квадрат 1,4, длина 145 мм, также комбинированная рукоятка, есть номер, надпись RockForce на металле, реверс и быстрый сброс. Хорошие очень трещотки. Далее, Т-образные воротки. Особенность набора еще RockForce. Здесь вот Т-образный вороток с адаптером. Вороток идет, сам удлинитель 250 мм идет сталь хром-ванадиевая. ЦРВ указывается, а сам адаптер идет из хромолибденовой стали, усиленный, то есть ударный. Также на адаптере и на удлинителе есть номер по каталогу. Очень приятная особенность такая, что вот здесь они усилены. Также хромолибденный адаптер есть на Т-образном воротке под квадрат 1,4. Также есть номер по каталогу, то есть по этому номеру вы можете найти такой, допустим, Т-образный вороток и докупить. Длина воротка 11 сантиметров. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка здесь полностью из пластика. Есть прицелительный квадрат. Можно подсоединить или трещотку, или удлинитель. Рукоятку эту можно применять или с головками под квадрат 1,4 для труднодоступных мест, или с битами. Биты, которые впрессованы, уже в переходник идут. Далее я покажу их. Мы получаем отвертку обычную. Так, удлинитель под квадрат. Под 1,2 дюйма здесь два удлинителя. 125 мм и 250. 250 я уже показывал. И под 1,4 дюйма здесь также два удлинителя. 100 мм и 50. Они идут в верхней крышке. Два удлинителя. Удлинители также имеют номер по каталогу RockForce. Далее. Карданы. Особенность карданов, также здесь вот хромолибденовые вставки стоят внутри, черного цвета.
два кардана, 1/4 дюйма и 1/2. Две свечные головки 21 мм и 16 мм. Имеет внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала. Также и номер по каталогу есть. Теперь по головкам. В наборе головки шестигранные и головки с профилем Torx. Общее количество головок Torx здесь 13 штук. Самая маленькая головка на E4, 1/4 дюйма. И самая большая E24. Головки шестигранные. Под 1/4 у нас 13 штук. Самая маленькая на 4 мм. И самая большая у нас на 14, это под 1/4. И под 1/2 дюйма у нас 17 головок шестигранных. Самая маленькая 10 мм. И самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 217 грамм. Надписи на головках. Rockforce надпись. Номер по каталогу есть. CRV хромованадиевая сталь и 32 мм. Особенность шестигранных головок. Здесь в комплекте идут три ударные головки. Это то есть самые распространенные, на самые распространенные колесные болты. Головки хромолибденовые, черного цвета. Под размеры 17, 19 и 21 мм. Это хромолибденовые. Так, и переходник. Переходник под биты. Без биты под 1/2 дюйма. Вставляются они в переходник. Вот таким образом. И подключаете сюда. Или Т-образный вороток, или трещотку. Биты я сейчас покажу чуть дальше. Набор Г-образных ключей. В верхней крышке у нас длинные головки. Общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас головка здесь на 6 мм. И самая большая 22 мм. И среди длинных головок есть две ударные. Хромолибденовая сталь. Все это для работы с гаковертом. На 19 и на 17 мм. Также номера здесь по каталогу указываются. CRMO, хромолибденовая сталь, 17 мм, Rockforce. Биты. Биты под 1/4 дюйма. Они прессованы переходник, я уже показывал. Общее количество 18 штук. Здесь у нас есть торксы, шлицевые, шестигранники и крестовые биты. И биты под 1/2 дюйма, которые используются с переходником. Также я уже его показывал. Общее количество 17 штук. Торкс, есть шлицевые, крестообразные и шестигранники. Все биты на кейсе подписаны по ячейкам, в которых они лежат по размерам. Также головки подписаны, есть размеры, указаны под ячейкой. По комплектации набора все. По инструменту визуально, как он выглядит, то есть нет ли следов от литья, там, косо, криво, отлито. В данном наборе, вообще в наборах Rockforce мы этого не нашли. Все идеально подогнано, есть нанесено покрытие. Матовая на инструмент, защитная. Ну а головки, видите, здесь половина матовый цвет, половина глянцевый. То есть 5 баллов из 5. Кейс у нас черного цвета, состоит из двух частей. Зависы здесь пластиковые, но внутри имеются металлические штыри. Инструмент в верхней крышке очень хорошо держится, защелкивается и не выпадает из своих ячеек при закрывании. Замки здесь также, как пишет компания, усиленные, металлические идут. Надпись Rockforce также есть на замках.
И сейчас покажем вам сам кейс. Вес набора составляет 7 килограмм. Логотип Rockforce на верхней крышке Rockforce Professional Tools. Запирание, я показывал уже, металлические замки. Очень хорошо закрывается, плавно. Есть отверстие для того, чтобы можно было повесить замок. Габариты кейса: ширина 37 сантиметров, высота кейса 8, длина 30 сантиметров, это с рукояткой, и вес 77 килограмм. Сверху на этом, на пластиковом кейсе, бумажной покрывки нет, он просто политирован. Вот такой вот инструмент, рекомендуем покупке, потому что качественный инструмент и за умеренные деньги. Спасибо, что смотрели наш видеообзор, подписывайтесь на канал. До свидания.